конкурсную программу, и я объявляю о начале конкурса «Лучший питомник». Генеральный спонсор конкурса – Российская гемологическая федерация. Спонсор конкурса – компания «Nestle Purina» с торговой маркой «Pro-Plan». Корм «Pro-Plan» разработан с учетом индивидуальных потребностей вашего питомца. В основе бренда лежат научная экспертиза и многочисленные исследования. Корм «Pro-Plan» рекомендован ведущими специалистами Московской ветеринарной академии. И для судейства на ринг приглашается Эндрю Браун, Австралия. Приглашаю участников. Тибетский мастиф. Немецкий дог. Родезийский риджбек. Шнауцер, сибирский хаски, ирландский красный сеттер, кани-корса, американская акита, риджбек, бордоский дон, самоед, шарпей, американский кокер-спаниель, Джек Рассел-терьер, цверг-шнауцер, аккуратно пробирай, черный с серебром, йоркширский терьер, сверхшнауцер черного окраса, японский хилл. Вот такое огромное количество питомников вышло на ринг. И еще такса миниатюрная гладкошерстная. Марин! Thank you.
Предварительный отбор попадают питомники ренезийского риджбека, ньюфаундленда, ризеншнауцера. Тайского риджбека. Малышей же должен там. И американский кокер-спаниель, и ваши аплодисменты. Также еще выезд Хайлайн Вайтерьер.